В этом году отмечается 105 лет со дня создания крупнейшей молодежной организации Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В минувшую пятницу по этому случаю состоялось праздничное мероприятие. Организаторы праздника, посвященного 105-летию ВЛКСМ, постарались погрузить горожан в историческую атмосферу. Гости праздника могли сделать фото на память в тематической фотозоне, увидеть экспонаты комсомольской эпохи, вымпелы, значки, удостоверения, книги, звучали знакомые песни. Комсомол оставил большой след в истории страны. Комсомольцы строили важные государственные объекты, жилье, поднимали целину, воспитывали молодежь. В нашем городе комсомольская организация образовалась в 1920 году. Бердские комсомольцы активно участвовали в жизни города. Проводили на уровне города спартакиады комсомольских организаций всех города. Выезжали мы на Обское море, и вот два дня там проводили и соревнования, были всевозможные конкурсы, турпоходы ходили. На праздники чествовали берчан, которые участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Множество горожан прошли комсомольскую школу, их достижения останутся навсегда в истории города. Тысячи имен наших берчан могут быть вписаны в историю бердского комсомола. Бердский комсомол всегда шел впереди в области по всем показателям. И сейчас те комсомольцы, которые возглавляют наши многие организации, учреждения, предприятия, также идут впереди и ведут за собой коллективы. Бердских комсомольцев поблагодарили за вклад в развитие города. В честь юбилея крупнейшей молодежной организации – праздничный концерт.